Все без исключения взрослые, маленькие, все любят шарики, сынные шарики. Визитка, Данько Никита, актер, певец и музыкант. Такой переход. И визитка начинается. Всем привет, меня зовут Никита Данько, мне 9 лет. Я музыкант, актер и певец. Let me tell you about the girl I know. She's my baby and she lives next door. Я начал заниматься музыкой. Я сначала, я вот маленький очень был. Я там что-то ходил, я что-то там напевал. Потом я начал кастрюли доставать, по ним стучать. Мама меня отвела сначала на вокал в 4,5 года, а потом на барабан примерно в то же время. Я играю на электрогитаре, играл на фортепиано, ну, на барабанах. И на маминых нервах. Я люблю джаз, рэп, ну, хип-хоп. Я люблю писать музыку. Я, когда свободное время, почти весь день сижу в компьютере, пишу музыку, тексты, записываю треки. У меня дома домашняя студия, у меня свой микрофон студийный, профессиональный есть, у меня хорошие колонки. Все есть, я, в принципе, даже могу дома свои треки записывать. И иногда свои мелодии сочиняю, иногда я просто готовые сэмплы беру, но тоже свое добавляю, там соединяю все переходы, делаю ремиксы иногда делаю. Меня никто не учил это все делать, я сам просто вот как-то раз, мне папа купил лаунчпад. Ну, это такая штука, чтобы тыкать, и на ней музыку сочинять можно. Ну, и я что-то сел и решил попробовать сочинить песню. А потом уже я начал... Ну, я там на Ютубе видео несколько посмотрел, и все. Ну, в принципе, я сам научился, меня никто не учил. Тексты тоже... Ну, это, конечно, сложнее, чем песни писать, но тексты тоже иногда сочиняю. Если постараться, могу сочинить, да, я сочиняю. Когда локдаун был, но локдаун прошел, поэтому приходится писать новый текст. Я сижу на удаленке, это хуже, чем продленка, зум мне жутко надоел. Бросил школу я совсем, по друзьям своим скучаю, но что сделать мне не знаю, может соберем тусовку и устроим забастовку. Пока! Мы сняли визитку, которая 20 вопросов. Все любят шарики, сырные шарики. Девочки, мальчики, оближешь пальчики. Страсть моя. И тут должны с неба упасть тарелки, я в них высыплю сырные шарики и начну есть.